Всем доброе, замечательное утро. Сегодня заключительный день нашего отдыха. У нас 6 утра, 5 минут или 7 минут 7-го. Сниму на память этот вид. Потому что сюда навряд ли мы больше приедем, в этот отель. Свет. Пойду к морю засниму. Заняла места, вот мужчина занимает места, вот там синее полотенце. Наши места, есть немного мест с этой стороны. С той стороны, где я заняла еще меньше мест. Очень классно лежать вот так под пальмами. Очень классно, мне нравится. Покажу вам наш пляж. Это наш бар, он работает с 10 утра. Здесь души. Я же говорила, первые дни мы занимали там в самом начале. Это тоже все к нашему пляжу относится, эта сторона и другая сторона. Поэтому на пирс сниму вам немного эту красоту. Соседний Титаник, где мы были. Дальше идут дельфины. Какая красота. Вот сетки ставят они. Находят яйца черепах и загораживают вот так. Правда, на пирс мы никогда не отдыхаем на пирс. Вот здесь стоят, даже можно загорать. Такие зидзаки. Ну, то есть мешки. И столики. Там вдалеке стоят прогулочные. Катера, наверное, это можно назвать. Видели вчера с музыкой. Люди катаются. Это Титаник. Где мы прошлой осенью отдыхали. Это их пирс. Какая красота, не могу налюбоваться. Завтра в это время мы уже будем, будет у нас посадка. В прошлом году уже рассказывал, вот эти домики, они стояли немножко поодаль, здесь с краю стояли, и мы там стояли зонтики, извините, что руками показываю, там стояли 5 зонтиков или 6. Папа всегда с краю занимал, мы всегда вот там купались в том углу. Ностальгия. В прошлом, позапрошлом году, мы в этом году третий раз приехали. Видите, какой вид горы, летит самолет в горах, это просто я любимый вид. Мы когда вот, когда купаешься, море. Горы, самолетики летят. Это сказка. Солнышко над дельфином стоит. Встает. Мусор сортируется.
Ну, я не знаю, по всей стране или в отелях, потому что за отелем здесь водичка. Холодильник с водичкой. Ну, там охранник. Они, наверное, круглосуточно живут, я не знаю. В 6 утра они сменились, я как раз шла. И сменился он. Какая красота, голова кружится. Мышка, спасатели, спасатели здесь постоянно. За сколько можно метывать эти домики, я не спрашивала. Наверное, спросила девушку одну из Германии, немку. Она говорит, у нас 4 человека, 120 евро. И полностью обслуживание весь день приносит им кушать, пить. Очень удобно, что детская площадка, лежаки рядом. Детки качаются, играют, песочек. Родители отдыхают. Здесь были в прошлом году фрукты. Тарелки, я говорила вам, что убрали, нет, не убрали. Вот там теперь фрукты по каким-то определенным часам выдают, а здесь бар. В баре импортный алкоголь, фрукты я брала, пластиковый бокальчик, там пару кусочков арбуза, пару дыни, галия, мелона и груша, но в общем все было твердое. Там вдалеке, не знаю, видно вам или не видно. Там туалеты делают гюзлимы тоже по часам. Амулет не разбрала, я не ходила ни разу. Еды достаточно. Завтрака, обеда и ужина предостаточно. Везде все очень ухожено. Территория просто очень ухоженная. Тут и сказать ничего не могу. Запишу потом вам отдельно, наверное, уже дома, скорее всего, видео. Почему больше не приедем в этот отель? Расскажу. Поливается, убирается. Чистота кругом. Насчет этого сказать ничего не могу. Ухожено все очень. Территория очень ухоженная. Просил Андрюшу, говорю, давай здесь фотографируемся. А, он говорит, мы в прошлом году здесь фотографировать не хочу. В гейминг-центр мы ходили. Игорь, все то же самое, что было в прошлом году, там стрелялки, ему уже неинтересно, уже парень взрослый, почти 10 лет. Он говорит, мама, у него есть консоли от, как называется, Nintendo. Он говорит, мама, я там бесплатно могу все это поиграть. Ни в какую. Я говорю, ну это там на консоли, а это здесь. Нет, все, ни в какую. Тут такие здесь дорожки. Утром идешь, они уже все промыты. И вот такие вот здесь жуки везде. Я не знаю, что это жуки, жив он или нет. Они везде. Их много, мы приехали, у нас на балконе лежал. Но уже не живой был. А вот. И вот тут они собираются. Часто вчера мы шли. А сделали такие, как сказать, здесь были деревянные такие, ну, типа как забора, белые доски просветами. И плелись кругом розы. Вот это вот было все заплетено. И так красиво было. В этом году все изменили. Вот. Что еще сказать? Интересно вам. Простите за мой голос в очередной раз. Немного я тут приболела. Клима кругом. И ну, вода холодного моря в этот раз была, поэтому может быть и я люблю этот вид, здесь Титаник, дельфин. Это просто любовь моя. Хочу в следующий раз попасть вот в этот отель, дельфин. Мы
в 2020 году, когда началась корона, на осень, заказали Дельфин Империал. Дальше там вот эти шпили видны. Но не сложилось, 2500 уже заплатили. Тогда это стоило 2000, ангебот был 2000 на 2 недели. Представляете, Дельфин Империал. С таких цен близко нет, и мы, родители мужа, мои родители. Ну и мы, соответственно, я, муж и Андрей. Должны были туда поехать. Ну все, конечно, сорвалось из-за короны. Здесь амфитеатр тоже снимался в прошлые годы. Мороженое. Бургерное. Один раз не кушали, я не снимала. И картошка печеная, любые начинки. Он туда делает пару соусов. Чесноком, без чеснока. Вот там, где написано кумпир. Не знаю, видно вам или нет. Ну и дальше там два бара. Постоянно они, конечно, заполнены, постоянно очередь. Вот. Бассейн. Я уже снимала неудачно с Андрюшей. Смотрели. 1,45 м везде бассейн. А он 1,41 м. Постоянно нужно оставаться на плаву. Мне понравилось нам. И раз мы сходили, в принципе, мы всегда и на море. Вода была холодная в море. Поэтому пришли один раз. Но и не удалось нам. К сожалению, немножечко поплавали там. Все. На вечерние программы мы не ходили ни разу, потому что позапрошлом году были. Полностью ходили на все программы. И в прошлом году все повторяется. Это неинтересно. Андрей весь день купает, ныряется. Андрей везде купает, весь день купается, ныряет, он уже уставший вечером. И мы в 9:30, в 10 уже укладываемся на отдых, отдыхаем. Тоже еще одна сцена по вечерам. Музыка, мероприятия всякие, очень громко, цветовые всякие шоу. Нам немного слышно, но когда закрываешь полностью балкон, изоляция очень хорошая, не слышно практически. Слышно, что там немного, там что-то бум-бум, где-то вдалеке, и все. Тряска, наверное, у вас, извините за тряску. Вот так все это выглядит. Все помыто, все чистенько, убрано. Иду в номер. Скоро будут просыпаться мои. Муля, Андрюша, вот розы. Так все заплетено было в прошлом году. Так красиво. Мы, к сожалению, насадили здесь вот несколько всего. Три штучки. А с этой стороны вот такие цветочки. Эти колоски мне очень нравятся. Такие милые пушистики. Вот еще одна. Еще одна выдача полотенец. И здесь идет дорога. Центральный вход на лестницу. И здесь мы всегда ходим. Здесь детская площадка. Мини-гольф. Хотели поиграть, так мы не поиграли ни разу в мини-гольф. Есть паровозики, знаю, сегодня удастся заснять или нет. Пару раз в день, по-моему, в 11 или 10 часов. Детки визжат от радости. Мы как-то шли, и стоит очередь. Очередь родителей, дети. Ну что, если стоит детский клуб, дети издают, что ли? Нет. Ездят на паровозике. Я хотела сказать насчет полотенец. Мы всегда думали, в начале, первый раз, когда приехали 3 года назад, намочила свою обувь. Теперь скрипит обувь. Написано было 3 полотенца. Если потеряете, то штраф 10 евро за полотенце. Встретились знакомых в отеле. И они говорят, можете попросить, и больше вам дадут полотенце. На самом деле небольшие полотенца. На одну лигу не хватает. И мы на самом деле попросили теперь у нас. Хотя последних пару дней по 2 полотенца. Вот. Едет поездик. В 11:16. Постараюсь сегодня заснять. Но это все то же самое, что снимала все это в прошлом году. Очень громко шумит эта вытяжка. И мы на другой стороне, у нас тоже она шумит.
Ну, ничего не поделаешь, наверное, в любом отеле так. Здесь тоже все чисто, симпатично. Красиво, на детской площадке. С той стороны Нирвана. По-моему, так он называется. Я читала комментарий, что он уже такой подуставший. Это, в принципе, они все здесь в Ларе уже подуставший. И там отдельно бассейн для тех, кто хочет спокойствия. И отдых детям, по-моему, с 18, что ли, без детей. Вот так это все выглядит. Совсем даже другие лежаки. Вот, тут они отдыхают. Хотя рядом детская, не знаю, насколько они там отдыхают. Вот здесь уже начинается детская площадка. Ну, мы туда даже ни разу не ходили. Смотрите, его немного видно даже с этой стороны. Ну все, иду в номер. Здесь при входе огромный экран. Вся вечерняя программа. С магазин. С нереальными ценами. Ну, все необходимое. Дальше наш ресторан. Свет горит, но еще закрыт. Здесь побирай дальше. Тоже ни разу не ходили. Ну, лифт мы с этой стороны. В прошлом году были мы с другой стороны, с противоположной. С этой стороны три лифта. И с противоположной стороны три лифта. Пришел лифт. Мы живем на 8 этаже. Всего 9 этажей на 9 этаже. Смотрите, вот так это называется. Бридж эксклюзив бар. Лобби. И шикарный наш вид на море. А здесь выход в город. Все, быстро я доехала, 8 этаж. Походим из лифта, вот так вот все это симпатично выглядит. Миленько. Убирают комнаты каждый день. Ну, полотенце, естественно, тоже меняется каждый день. Но постель, конечно, нет.